Таджикистан запретил полеты двум авиакомпаниям РФ из-за роста цен. Глава агентства гражданской авиации Субханзода заявил, что введенные ограничения касаются авиаперевозчиков Сибири и Северный Ветер. Глава агентства гражданской авиации Таджикистана Икрам Субханзода 18 мая в рамках пресс-конференции заявил, что госведомство запретило полеты российским авиакомпаниям Сибири и Северный Ветер по направлениям Душанбе-Москва и Москва-Душанбе. Об этом сообщила пресс-служба авиавластей. По словам Субханзода, данные авиаперевозчики подписали протокол о снижении цен на билеты, но так и не выполнили условия. Он подчеркнул, что вместо обещанной цены в 8500 самани, около 745 долларов, стоимость одного билета доходила до 15 тысяч самани, более 1300 долларов. Чиновник добавил, что таджикские авиавласти уже предупреждали компании о мерах по отмене рейсов в случае сохранения завышенных цен на билеты.